Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. В данном выпуске поговорим о лечебных свойствах и противопоказаниях барвинка малого. Будет масса полезной информации, так что не переключайтесь. Барвинок малый – лекарственное растение с широким спектром использования, признан как народной, так и официальной медициной. В народной медицине барвинок применяется как вяжущее, успокаивающее, гипотензивное и укрепляющее средство. Кровоостанавливающие и послабляющие свойства менее выражены, но в комплексе с другими травами проявляются более ярко. Препараты барвинка малого доказали свою эффективность для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Обладая сосудорасширяющим воздействием, растение понижает кровяное давление. Также его рекомендуют при нарушении сердечной деятельности. Для этих целей, кроме аптечных препаратов, употребляют отвар, экстракт или настойку. Барвинок улучшает работу сердца, повышает стойкость капилляров, поэтому хорошо зарекомендовал себя в целях профилактики. Велика польза барвинка для мозга. Для этих целей используют как галеновые препараты растения, так и аптечные. Растение расширяет сосуды головного мозга, улучшает кровообращение, увеличивает мозговой кровоток, улучшает метаболизм тканей мозга и утилизацию кислорода. Как результат, повышается умственная работоспособность и улучшается память. Также растение снимает спазмы сосудов головного мозга, помогает при головных болях, мигрени, головокружении. Полезные и лечебные свойства барвинка малого нашли применение при заболеваниях органов дыхания, включая хронические, такие как туберкулез, эмфизема легких и другие. В качестве ранозаживляющего средства препараты растения употребляют при кровохаркании. Для этих целей используют отвар. Также отвар принимают внутрь при бронхите, а при воспалительных процессах в горле, включая ангину, используют для полосканий. Народная медицина рекомендует барвинок малый для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерит и колит. Учитывая вяжущее действие растения, его назначают при диарее, а кровоостанавливающие свойства помогают при кишечных кровотечениях. Хорошо себя зарекомендовали лечебные свойства барвинка малого и применение при болезнях нервной системы, включая неврогенную тахикардию и другие вегетативные неврозы. Эффективны лекарственные свойства барвинка малого при повреждениях кожного покрова. Так, учитывая противовоспалительное, противомикробное, кровоостанавливающее и ранозаживляющее действие, отвар используют для промывания кровоточащих и гнойных ран. При всей пользе барвинка, с его потреблением нужно быть крайне осторожным. Культура является ядовитой, поэтому при превышении допустимых дозировок способна нанести существенный вред здоровью и вызывать ряд негативных побочных реакций. Категорическими противопоказаниями к приему средств являются беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет, серьезные сердечные патологии. Применение лекарств, имеющих в составе барвинок, возможно только при одобрении лечащего врача. Вот и подошел видеоролик к концу, надеюсь, он был для вас полезен. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем добра!